Здравствуйте, это Кавхаги Рефорд. Сейчас хочу показать поле, засеянное многолетниками. В прошлом году весной. Райграсс пастбищный, Тимофеевка овсяница ежа. Примерно в равных пропорциях. И клевер белый от 2 до 3 кг на гектар. Вот можно посмотреть, как выглядит вот эта травосмесь. Во-первых, можно увидеть прям рядки посева. Вот тут вот поворот был, соответственно, вот тут вот дикая часть, дикое поле. Вот, можно посмотреть, как оно выглядит. Вот эта травосмесь. Вот это все сеянная трава. В прошлом году мы собрали с нее один укос райграсса однолетнего, потому что сеяли под покров райграсса однолетнего. Вот можно посмотреть, а вот это вот дикий травостой. Тут был, соответственно, такой вот две полоски, вот и вот. И вот здесь вот, соответственно, дикая трава. Ну, мы ее дисковали, значит, там, конечно, почти ничего и нету. Вот. Ну, вот это такое поле, вот это вот 10 гектар где-то, ну, плюс-минус. Особо мы точно не меряем, ну, как бы знаем, что здесь немало. Вот это будет у нас использоваться для пастбища. И к этому мы придачу в этом году засеяли вот эту часть. Раньше она у нас использовалась тоже как пастбище, но дикая. И в этом, в прошлой осенью успели ее задисковать два раза. И вот сейчас посеяли. Можете посмотреть, уже всходы появились. Одна из самых наших интересных занятий в хозяйстве — это, вот видите, мелочь пошла. Это ездить по полям, смотреть весной на всходы. Вот все. Норма посева где-то была 30-35 килограмм на гектар. В нашем районе это нормально, потому что часто бывает так, что и земля плохо обработана, и, соответственно, земля не шибко какая. Вот. Рядочки пошли. Даже клевер пошел, но если это он, но его кто-то жрет. Похоже, это дикий. Ну, клевер тоже есть, тут мелочь. Чуть-чуть позже идет, чем все остальные. Вот. Вот такое вот поле будет у нас. То есть в итоге мы объединим их, и у нас будет общее пастбище где-то гектар на 20. Ну, со временем обработаем и поле за дорогой. И совокупно где-то будет 20 с чем-то. 23. Где-то так. Ну вот, это наш первый участок, засеянный в этом году. Так, и вот последнее поле, которое мы успели заложить до того, как у нас сломался трактор. Это вот это. Тут, здесь мы сеяли, напомню, века овес разбрасывателем удобрений. И ну вот, можете посмотреть. Вот овес начал прорастать. И многолетники сеялкой сеяли через травяные сошники. Вчера на вот этом вот овраге, ну, склоне оврага, мы посеяли чистым клевер розовый гибридный. Может быть, соберем с него сенаж. А в том числе надеемся, конечно, собрать и зерно. Возможно, на зерно он как раз пойдет. А вот у нас тут начинается сплошной газон. Вот это вот та же самая смесь, что мы сеяли под века овес, который там был посеян. Там она была посеяна под покров, а тут мы ее где-то около 8 гектар посеяли чисто. И вот можете посмотреть, как оно выглядит. Вот здесь вот, кстати, также была эта же смесь посеяна под ячмень. И вот можно прям даже сравнить. То есть, ну, тут полоска сначала — это века овес на сенаж, потом века овес на зерно. Потом века овес опять на сенаж и на сено. А вот здесь вот уже века овес, то есть ячмень, соответственно, опять-таки с травой. Все с травой посеяно было многолетниками. И вот это вот под ячменем было, а вот это вот было чистым посевом. Я, наверное, повторяюсь, уже были про это видео, но просто оно, наверное, интересно посмотреть развитие, как оно кустится, как оно дальше развивается.
Вот какие мощные рядки, видите. Трава вся одинаковая. Конечно, это не монотрава, это смесь трав, но все равно тут видно, что вот эта трава такая, а вот, например, под, то, что было под ячменем, то есть угнеталось больше, вот она такая. В принципе, кустица она примерно одинаковая, единственное, что чуть пониже просто. Вот, ну, вот такое вот дело. В этом году предстоит нам кошение роторкой, и вот эти вот все кустики, все, все должны будем точить. Ну, конечно, земля опять-таки тут кривая, неровная, должны будем как-то приспосабливаться, ездить просто не быстро и так далее. Конечно, сразу совет, если закладываете многолетники, обрабатывайте почву очень хорошо, желательно иметь культиваторы, которых у нас, кстати, в хозяйстве вообще нету. Мы приспосабливаемся, дискуем просто много раз, сейчас уже понимая, что под многолетники все-таки обрабатывать почву желательно очень хорошо, потому что в дальнейшем, получается, за сезон одних проходов только косилкой ты будешь делать до 3 раз, а кроме косилки надо еще пройти, получается, ворошилкой 1-2 раза на каждый из 3 раз прохода косилкой, а потом еще 3 раза пройти приспособщиком на каждый из проходов косилки, получается. Вот. Желательно после приспособщика еще пройти штыревыми баранами, что мы, кстати, тоже не делаем. Ну, после каждого укоса советуют проходить штырями еще. Вот это такое вот поле. Мы делали, вот резали по длине, вот как бы. Там вот ячмень тоже в длину сеяли, ну, потому что такая длинная, очень прямая, удобно очень, конечно, работать по длинным прямым. Ну и вот можно сразу посмотреть, здесь мы посеяли, дальше это пока многолетники. И вот здесь вот уже начинается пшеница озимая. Опять, то есть это еще 30 где-то. 5 гектар озимой пшеницы. Видите, полоска была пропущена нами. Ну, нормальное дело. В нашем хозяйстве мы так и живем. Вот, но тут пшеница, похоже, получше немного, чем на том поле. Здесь она сеялась раньше. Выглядит более, немножко более бодрячком. Тоже скоро надо будет сорняки обрабатывать.